Глава Чувашии подписал указ о постоянно действующей лицензионной комиссии по лицензированию деятельности управляющих компаний. До сегодня эту работу проводила комиссия, созданная Кабинетом министров на 3 года. Срок ее полномочий истек. Вновь образованная структура будет по-прежнему выдавать лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами или обращаться в суд об отзыве лицензии, принимать квалификационные экзамены, участвовать в мероприятиях по контролю. Буквально пару дней назад Владимир Владимирович Путин подписал закон о переходе на прямые договора между жителями и ресурсоснабжающими организациями. Лицензировать управляющие компании все равно нужно. Все равно функция по безаварийному обеспечению коммунальными услугами в многоквартирных домах, она нужная, важная, и все от нее мы зависим. Поэтому, в общем-то говоря, контроль над управляющими компаниями в любом случае останется, лицензионная комиссия продолжит свою работу. Соответственно, все новые управляющие компании, которые придут на рынок управления многоквартирными домами, будут проходить процедуру лицензирования. Что касается управляющих компаний, которые уже получили лицензию, никто у них ее обратно не заберет. В связи с тем, что мы утвердили новое положение о работе лицензионной комиссии. В состав лицензионной комиссии входят не только органы государственной власти, тут и общественные объединения, организации, то есть как общественная палата, которая защищает население Чувашской республики, так и ассоциация муниципальных образований, которая защищает интересы муниципальных образований городов и районов, так и ЖКХ-контроль, представитель ЖКХ-контроль. Поэтому оно будет в любом случае принимать решение при выдаче лицензии или об отказе лицензии в интересах только жителей.